Новый год – тот праздник, которого ждут все – и взрослые, и дети. С восторгом, предвкушением подарков и надеждой на то, что человеческая доброта непременно победит все невзгоды. Добрая традиция ПроБизнесбанка – дарите радость детям из многодетных семей и воспитанникам детских домов. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой сотрудники офисов банка устраивают яркие праздничные представления для ребятишек во многих городах России. Ежегодно проходят праздники для детей как в офисе банка, так и в детских домах. Так сам ПроБизнесбанк достаточно давно ведет основное шествие над Ивановским детским домом и его воспитанниками. Акции, проводимые ПроБизнесбанком, распространена по всей территории, где имеются офисы нашего банка. Она направлена на то, чтобы дети детских домов и многодетных нуждающих семей почувствовали радость новогодней сказки и были в предвкушении праздника. Деятельность, которую производит банк, заключается не только в наработке прибыли и обслуживанию клиентов. Здесь также имеется другая социальная сторона, которая также значима как для руководителей, так и для клиентов и сотрудников. Главное – это желание подарить детям праздник, считает Екатерина Солдатова, управляющая офисом ПроБизнесбанка в Муроме. Ну а какой праздник без подарков? Помимо больших нарядных коробок со всевозможными сладостями, ребята из детского дома номер один получили книги с самыми искренними словами пожеланий. Для каждого они были свои. Преподнеси для них яркие эмоции не только в новогодний праздник, но и в обычный будний день. Хочется, чтобы все дети были счастливы и никогда не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Ведь каждый из них достоин семейного благополучия и огромной любви своих родителей. Как раз такую большую, шумную, очень любящую семью навестили сотрудники ПроБизнесбанка вместе с начальником управления образования Ириной Раевской. Анна – многодетная мама. Вместе с мужем она воспитывает 8 ребятишек. В каждом из детей женщина видит смысл жизни и огромную радость. Мама подчиняется папе, а папа слушает Бога. Муж работает в храме, в Сретенском подворье Спасского нашего, Спас-Преображенского монастыря. Детишки у меня в воскресную школу ходят. Вот готовимся сейчас к Рождеству. Песенки учим, стихи. Я считаю, что вообще дети – это благословение. Благословение Божие дому, людям. Это вообще страшно, когда Господь детей не дает. А вот мне дает, и я рада, и счастлива. Не остались без внимания и подарков ребята из детского дома номер 2. Благодаря деятельности ПроБизнесбанка в направлении благотворительности в их жизни стало на один праздник больше. И это далеко не последнее доброе дело, которое успеют совершить сотрудники ПроБизнесбанка в уходящем году. А в нашем офисе мы организовали сбор поделок, сделанных руками детей наших сотрудников и клиентов. Они пойдут на продажу желающим приобрести данные сувениры, а уже полученные средства в полном размере будут перечислены в детские дома. Так мы хотим подарить детишкам лучезарное счастье, которое они так достойны. Жизнь часто преподносит нам не те сюрпризы, которым стоило бы радоваться. Но если рядом смеются дети, значит мир вокруг все же достоин всяческих похвал. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости 24. Муром.